Вот. Я сбил. Нанял. Довел, а ну ты раз ты. Стакан. Разбил, и я так. Раз это нет, так ты колол. Включим. Энергия отрицательная вышла, ты остался чистый без этой энергии. Да? Очень хорошо. Вот, смотри, здесь вот такая песочница, которая никуда не улетит. Ты видишь, это просто идеальное место. Иди собирать эту пигмейскую столу. Да, вот где-то посередине комнаты, наверное. Я вот думаю, доедали. И более хочу, с другой стороны, понимаешь, что мы через 2.5-3 часа будем хорошо кушать. Я боюсь, ты сейчас хочешь? Да. Ну я. Мы сейчас спасать пойдем. Диван на двери. Убирать. Холодно. У нас типа зима. Где вы на ногу? Да, тоже. Что я тебе делать говорю? Соглашайся. Yeah. Там сейчас двигают диван, поэтому все принесли на балкон. Я упустила этот момент. Как табор у нас сейчас это все выглядит. Ну, птички поют при этом. Шикарно. Для меня. Диван не проходит. Он как-то шире, чем проем. Неясно, как его вытащили в салон. Сейчас пойдем дальше проверять. А на каком вы этапе вертения? Ого. Не вылазит. Нет. Я поняла. Это выглядит, как будто вы молитесь дивану, я клянусь. Диван великий и могучий. Уже пройди там в ту свою комнату. Не может быть, чтобы его разбирали, чтобы сюда принести. Я тоже так не думаю. А кто его сюда приносил? Вот это вот арабы, которые здесь. Понимал, как это было. Диван большой стоял с этой стороны. Потом. И вот так вот. Это получался такой угол. Ну да. Я говорю, да, я думаю. Ты еще по размерам, типа развернуть так, давай попробуем. Попытка номер два. Это нечестно, это не считается. Хорошо, тогда попытка номер три. У меня есть мысль, а может быть этот диван как Финч более пухлый, чем он кажется? Может быть, вот если он вот так вот, смотрите, он кажется, что он досюда, а может быть он как бы... Мы вначале положили, и оно не влазит. Я не сомневаюсь, что вы умные. Я вообще как бы не об этом. Я просто подумала, может я добавлюсь и что-нибудь добавится. Так он протаскивается. Давай, давай протолкнем, что проталкивается, а там посмотрим. Как он проталкивается? Так. И скажем, если мы тащим так. Не, я думаю, это надо поднять, вот так вот перевернуть боком и затащить. Толкай обратно. Почему? А можно же было вот так вот еще комнаты некуда использовать. Не, мы тренируемся, чтобы это сделать. Вот так? Не-не, давай. Именно подремя. Берегите пальцы все. Все 20. Так. О. Секунду. Разбирай дверь к чертовой матери. Нет. Я вообще не понимаю. Не, он влезет. Влезет, если он чуть-чуть сюда пройдет, а потом вот так. Нет, он. Вот, нет. Хотел попробовать вот так вот. Нет. Если положить его вот на эту часть, вот на эту положить, и попробовать вот так его в комнату забрать. Можно. Давайте попробуем.